пикантный скандинавский салат с сельдью и рисом. Луковицы нарезаем кубиками. Добавляем воду, уксус, сахар. Перемешиваем. Маринуем 15 минут. Для соуса растительное масло, уксус, соль, перец, горчицу. Смешиваем. Нарезаем огурец. Чистим и нарезаем зеленое яблоко. Филе сельди, отварной рис, яблоко, огурец, маринованный лук, филе сельди, соус. Перемешиваем. И простой вкусный салат готов!